Привет, дорогие зрители! У нас сегодня очередная посылочка с сайта AliExpress. Здесь должна быть... Я начал заказывать некоторые компьютерные запчасти из Китая, да? Решил попробовать... Вот будет здесь сеть USB 3.0, да, на PC Express вроде бы идущая. Тут должно быть 3 или 4 порта USB. И вроде бы, да, диск драйверами. Вот такой вот идет. Но заказывал не себе, заказывали приятелю. Моему. И еду где-то еще оперативная память. И оперативная память DDR2 4 гигабайта, которая почему-то подходит только для AMD. Я так и не понял, конечно, чего, почему только к AMD. Стоимость ее довольно-таки тоже неплохая. Так, что мы имеем здесь? Мы имеем здесь, да, вот таких вот 4 выхода. USB 3.0, по идее, должна быть. Маркировочки, если кто-то понимает, здесь в них. Видим, да? Питание, которое подсоединяется для этих всех частей. Так вот, все это дело подсоединяется. Я, конечно, попытаюсь, если мне принесут этот компьютер, подсоединить. Но хотя как, я не проверю скорость передачи, если у меня самого USB 3.0 нету. Главное, чтобы работало. Подсоединим, драйвера установим. Если что, все сделаем. Так, собрано вроде бы так нормально, но что-то кажется кривовато, да? Либо мне так кажется. Ну вот, вот такая была платка USB 3.0. Да, на PCI Express она идет, вот даже видно. Версия USB 3.0 сейчас Вот. USB 3.0 версия 1.0. Так что, ну не знаю, как она будет работать. Посмотрим. Стоимость ее около $6. Все ссылки будут в описании. Так что, ребят, подписывайтесь на мое видео, ставьте лайки. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока.